значит, наша самая главная Power Road. Вот это центральная улица нашего города. Какая вот эта? Вот это Power Road. Да? А, длинная. Угу. Да. Слушай, ну это от вас вот так далеко, в принципе. Да, вот это целый город, это не Сан-Диего уже, это свой город. Все понял. Теперь а вот понял. Это вот этот главный вот этот муниципалитет слева. И это же библиотека. Вот. А, вот это вот? Да, и вот этот шериф, здесь станция. Ну, короче, вот этот центр города. Вот здесь, короче, знаешь это, как в лотерее. Там есть пару поваров, которые хорошо готовят. Вот здесь такая система, что... не видно. А он же все-таки, ну, сколько же. А это сейчас мы въедем в филиппинский этот район. И что там есть? Да, вот есть. Строят новые дома такие. Да, это их район. Мне просто быстро я забегу. Хорошо, хорошо. Это их не азиатская плавка. Как лекарство, понимаешь? Да. И ее теперь здесь уже в Колорадо и в других штатах стали присоединяются с нашими. У них там начинаются между собой. Да не на. Ты куда нас намечил вести, просили, вот туда и вези. Это Blue Angels их называют. Санаторий поднимаешь какой-то. Вот набытый. Миша здесь так нравилось. Ну, он, что, я его вспоминаю. Всегда. Сочи, Сочи напоминает очень сильно. А, Алла? Только дома другие. Ну, дома другие, да, ну. Там, наверное, тоже сейчас понастроили. Ну, к цветы, деревья похожие. Конечно, все дома честные. Когда здесь был этот, ну все цены на дома попадали. Марик, повернись. Мормоновская церковь. Во-первых, это видео я снимаю. Можете моргать глазами. Теперь внимание. Вот это и есть, да, вот это. Да. Вот здесь вот это. Игорь, ну, про велосипед, да, он спрашивает. Велосипед? Ну как ты кислород сюда пытаешь? Снимай на видео, ребята. Так, остановились. Я ему показал на карте, где мы находимся. Термит. Слава богу, хоть дождь кончился. Припарковаться? Да, сейчас. Как насчет походить немножко? Да, 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 походит, походит. Ну, если что, я смогу там потом подъехать, там, если что.
только рыбу жрут? Да. Вот там дальше они сделали поляну. Марик, осторожно. Идем, говори, говори. Я вижу людей. Из пеликаны. Вот тебе. Вау, да? Пожалуйста. Алла, смотри. Алла, смотри, вот и все. Это променад на берегу океана. Ты знаешь, как? Я вот этот шоу вот посмотрел, как здесь, да? Вы же тоже здесь можете Ну что бы, если подкармливают и так.
сам сюда это здесь тоже что? Давай сюда. Давай, Игорь, идем. Ну, где мы такое увидим? Вопросов нет. Аля, Марик, махайте руками. Я вот поэтому хотел Лас-Вегас. Тут может олень пробежать. Нарисован олень. Вот мы едем в казино. За Сан-Диего. Я все равно проиграю, я знаю. А вот здесь люди собираются, вот ходят туда в горы пешком. Кому скучно. Это типа как старый город. Ну вот этот парк центральный, этот Бальбоа парк. Вот вам Америка. Да. Ага, вот это уже. Это мы выезжаем в даунтаун? Да, вот в даунтаун. Понятно. Вот это то, что мы привыкли. Да уж. Сейчас я попробую найти вот этот гиат. Вот они красавчики стоят. Красавчики. Вон еще автобусы. Да, вижу. Ну, мои автобусы. Вон люди стоят на остановке. Все как положено. А вот Бродвей. Вот Бродвей направо, да? Бродвей. Направо и налево. Вот, пожалуйста. Все отлично. Все чин-чинарем, как в нормальном городе. А то холмы. Озера, моря, океаны. А домов нету. Природа. Высокий. Это автозаправка. Не заправка, а стоянка для машин. Это вот газовый фонарь самый. Отлично. Отметку сделали, что мы здесь будем. А, вот. Буду с другой стороны потом поедем. Это торговый центр здесь. Вот что-то ремонтируем. А вот какой дом красивый, смотри. Где? Вот впереди высоты. Мы еще потом где-нибудь, если увидим эти. Пожарными лестницами все. Они не очень дома украшают, но... Это старая архитектура. Старая архитектура, да.
станции. А это живой, белый, это живой дом. Хаят, да, написано Хаят. Это такая... Снимаю. Это такси в Сан-Диего. Ты бы ее бы снял, показал, какие же это. А это что такое стоит? А это вот по такой штуке вот тебя покатают по даунтаун. Это просто военные города. У нас здесь несколько этих басков. Издеваешься? Дождик. Алла, остановись, Марик. Остановитесь, я вас снимаю. Можете махать ручками. Посмотри, кораблик проплывает какой-то маленький. Короче, с двух сторон у вас получается и та, это и та. Так, военный корабль, авианосец. Так, авианосец Мидвей. Сейчас это туристский объект, он не плавает, и на нем тут устроили кафешку. Мы его просто снимем, я уже снимаю. А что я парусник смотрю? Я вот снимаю его нормально парусник. Вот там, по-моему, даже русская подводная лодка вон там стоит. Ее поймали здесь, в сетях она. В сетях запуталась? Да, да. Муниципалитет? Ну, там еще другой знак небольшой, но это главный вход. Смотри, как красиво, да?
Очень красиво сделано. И современно. Да, симпатично. Улицы широкие. Or dancing. Пятница, какая дубовая компания. Такой один из магазинов, мол, разные магазины. Сваровский. Нормально. Хочешь, я могу завернуться? Нет, я нормально снимаю с дороги. Все нормально, отлично видно. Это мы у океана еще. Магазинчики такие маленькие. Так, мы на берегу океана. Вот на наше море похоже. Вот закат сейчас будет. Это променад местный. А, не, это не трамвай. Это Амтрак, это железная дорога. Это вот этот, ну, типа как электричка, она идет в этот... Но она дизельная, нет электричества. Не, я говорю, это как электричка. Да. Смотри, как он это зеленым оброс. Ага. Машину поставить? Приземлить. Вот тоже здесь свадьба была, видишь? Видишь, вот та гора, да? Угу. Ну, куда мы потом будем? Темно уже будет, наверное. Ясно. Это хорошо видно. О, вот там люди. Там с самого верху ехал. Серьезно, развязка.
А? Серьезные развязки. Тоже. Капает опять. Хорошо видно, отлично. И какой он длинный. А мы по нему поедем сейчас? Мы, вот мы на него и въезжаем. На него въезжаем. Ясно. О, отлично. Какой он с подъемом еще, ёпкалывает. Крутой. Ну, не очень, но так. Может, в ту сторону только сможем. Домики на берегу моря. Это место называется Коронадо, остров Коронадо. Это отель Коронадо, где снимался фильм «В джазе только девушки». Магазины внутри гостиницы. Но они очень грубо сделали. Здесь вот без этих черных делают тоже. Гилю? Гилю моему этому. Как? Ну, сейчас сувенирный магазин зайдем. Как бы начальник. Саша. Чувствуем запах старый. Где? В воздухе. Почему старый? Вот как старый. Снимаю, стойте, так, секунду. Телефоном попробую более. Может, нет? У тебя хорошая камера. У меня, да, у меня фотографии 12 мегапикселей. Снимаю. А это официально.
Смотрите, когда он был построен. Красотули. Это туристский автобус гуляет по этому месту. How far does he want it? 100. 100? It's way down there.
You know, I already filled just two of them. That's pretty awesome for first time shooting it. Oh yeah. Right in the heart. So those are good. You gonna shoot again? Huh? Yeah. Well, yeah, 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 go ahead. He's having a blast. Yeah, literally. I owe you, like, big time. Especially for him, what his vision is. Yeah. It was a good shot, huh? That's awesome. Most people can't do that. And then not sign up for the hit. That was a good one, Zach. Look, two shots and a heart, two shots and a... Barely see shit in this. Seriously, because with his vision. Fire? Yeah, yeah, yeah. There you go. Look, hey, shot.